Украина исчерпала 6 квот на экспорт в ЕС. В перечень закрытых квот по состоянию на 17 апреля вошли мед, солод и пшеничная клейковина, обработанные томаты, виноградные и яблочные соки, пшеница, кукуруза. Украина по состоянию на вторник, 17 апреля, исчерпала 6 квот на беспошлинный экспорт в рамках зоны свободной торговли с ЕС. Об этом сообщает Ассоциация Украинский клуб аграрного бизнеса, УКАП. В перечень закрытых квот вошли мед, солод и пшеничная клейковина, обработанные томаты, виноградные и яблочные соки, пшеница, кукуруза. Согласно сообщению, страна использовала вторую квартальную квоту на экспорт мяса птицы и полугодовую на сливочное масло. Также закрыты 4 дополнительные квоты, полученные в конце 2017 года, на мед, обработанные томаты, пшеницу и кукурузу. В этом году произошло оживление темпов закрытия квот, ведь по состоянию на аналогичную дату в 2017 году объем пшеницы еще не были исчерпаны, а квота на солод и пшеничную клейковину вообще за прошлый год осталась неиспользованной. То, что кроме 6 основных квот закрыто еще 4 дополнительные, свидетельствует об активизации торговых отношений с ЕС, сказала аналитик внешней торговли агропродовольственной продукцией УКАП Дарья Гриценко. Напомним, с 1 по 5 января Украиной были исчерпаны все годовые квоты на поставку пшеницы и кукурузы в ЕС, а за первые 10 дней 2018 года Украина полностью исчерпала квоту на беспошлинные поставки меда, виноградного и яблочного соков. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/TimiCorrespondent.net. По материалам сайта news.com.